Итак, моя гречневая диета. Кто со мной? Будем сейчас с вами заливать гречку, мыть ее и готовиться к нашей диете. К кружечке насыпаю в ситечко. Делать здесь, в общем-то, нечего. Хорошо промываем. Промываем теплой водичкой. Знаете, делать здесь совершенно нечего. А поделать чего-то охота. Итак, это наш стакан гречки. Высыпаем в кастрюльку. Да, ой, Маркиз. Ой, ты вообще такая тоска, какая-то гречка. Ты так жалобно мяукаешь. Это тебе не котлета, ничего. В общем, гречку в кастрюльку. Ставим на огонь чайник, чтобы он закипел. На стакан гречки. Два стакана крутого кипятка заливаем. Искусство. Итак, меряем кипяток. Две кружки на стакан гречки. Перемешиваем. Ну что, мои хорошие. Первый шаг к похудению сделан. Теперь будет второй шаг. А что вы смеетесь? Если у вас хорошее настроение, взвесьтесь. Да, может, я не потолстела. Может быть, это у меня кость стала шире на несколько килограммов. Закрываем это крышечкой. Еще раз все перемешиваю. Закрываю крышечкой и укутываю в плед. Вот так, сейчас укутаем в плед. Это как в анекдоте, знаете. Ты знаешь, какой у тебя должен быть рост, чтобы соответствовать твоему весу? Ну, и какой? 5,5 метров. Так может, у меня тоже не в весе дело, а в росте. Так, замотали. Все. И сюда на кухню мы больше просто не заходим. Нечего нам тут делать. Как говорит женщина. Я на диете. А что же ты делаешь на кухне после 6? Пью борщ. Вот такой натюрморчик ждет меня с утра. Хорошенький натюрмортик. Теперь посмотрим, что у нас с вами здесь вышло за ночь. Вот такой чайник. Чайник так шумит, закипает, как реактивный самолет. Вот гречка, смотрите, как она совершенно вся готова. Разделим ее вот так вот на 4 части, на 4 приема пищи. Накладываем одну часть. Я ее согрею. Но ни соли, ни сахара, ни масла, вообще ничего сюда не добавлю. Ну и кофе. Кофе черный. Без сахара, без сливок, без всего. Посмотрим, что будет. Эксперимент начинается. Такую мисочку взяла. И теперь сюда одну часть. Кофе заливаю. Кофе я заливаю, завариваю прямо в кружке. Просто кладу, мелю сначала бобы, потом кладу в кружку, знаю свою дозу. Завариваю. Сейчас он настоится, без сахара, без всего. И можно кушать. Вот такой у меня сегодня завтрак. Посмотрим, что у нас с вами выйдет. Так сказать, эксперимент. Интересно, результат. Так что занимаемся с вами здоровьем. Стараемся убрать сахар, там, соль. В общем, ну так вот, ну, немножко заниматься иногда собой тоже нужно. И еще хотела вам что рассказать, что пожаловаться скорее, знаете. Посетовать, что ли, я не знаю.
Вот как у вас, ваши участковые или как-то местные, семейные, господи, не подобрать слово, семейные врачи дают направление куда-либо, каким-либо специалистам там. У нас, например, добиться этого совершенно практически невозможно. Наш участковый врач не желает давать никаких направлений. Хотели получить мужу направление к кардиологу. Не потому, что у него какие-то проблемы с сердцем, иногда какое-то давление, и просто там такой хороший специалист, этот наш кардиолог, что он может посоветовать не только по сердечной части, а вообще с ним очень интересно поговорить. Он такой продвинутый, умненький, и дает всякие рекомендации, вплоть до того, как похудеть, и про сердце, и про все, и он там и массаж какой-то такой назначит там со скидкой. Почему он очень интересный такой врач? И получить к нему направление, но никак, и все. Врач не дает, вот и все. И вот и сейчас пробовал муж получить себе направление тоже к этому кардиологу, нет. Ну, типа того, что давление, мы там сказали, да. Давление, она сказала, пишите дневник давления. Он мерил дома давление, записывал от нее сюда, никаких оснований на нету. Вот, и тогда она сказала, значит, если у вас там типа иногда болит голова, или вы там, ну, просто такой эмоциональный, или давление поднимается, тогда давайте поставим вам холтер. Не врач-кардиолог поставит холтер, а она поставит холтер. Я говорю, мужу, ну попроси, ну все-таки как-то направление, чтобы это кардиолог сделал, да? Нет. Не видит оснований врачи. В общем, мужу, я к чему все так долго? Мужу поставили холтер. Это такой аппарат, который меряет давление у вас в течение суток, крепится он вам на плечо сюда, и через равные промежутки времени. Нет, не очень равные. Ночью реже, днем, ну, по-разному, в общем, свой там график. Этот аппарат висит у вас как бы на поясе, и сутки спать с ним. Мыться нельзя, конечно, понимаете, самый аппарат. Вот, и этот аппарат меряет у него это давление. Забегая вперед, я скажу сразу, что это я специально вам отсняла, как он меряет этот аппарат чуть раньше, чтобы сказать сразу результат, чтобы не ждать, да? В общем, вот так вот это меряется все. Вот, и сейчас этот аппаратик начинает работать. Муж под контролем. Ну, а что там показывает? Там ничего не показывает. Да нельзя посмотреть? Не больно? Да нет. Сильно сжимает, да? Ну, чуть-чуть, не трогать. Угу. И вот здесь вот все фиксируется. Ага, все сдул, да? И как часто он так делает? Ну, может быть, так, раз в полчаса, может быть. Сутки он провел в таком состоянии, спал, жужжал ночью, тоже надувался, не так часто. В общем, сдал, и расшифровка пришла, ну, сразу там сделали этот ответ, абсолютно все в порядке. То есть никаких оснований, кардиологу, в общем, не попасть. Холтер тоже, давление тоже, все нормально, 120 на 80, не попадете, в общем. Очень сложно получить направление какому-либо специалисту, ну, какой вы хотите там, да, вот вам может быть нужно. Вот просто этот кардиолог очень интересный, сам и как человек, и как врач, новинки всякие знаете, все, нет. Так и не удалось. Холтер в порядке, все в порядке, и вот так у нас. А как у вас? Легко ли добиться направления куда-либо? Буду мужа баловать, буду взбивать ему сливки с черникой, десерт. Вот такое сооружение взбитых сливок, и там внутри еще в бокале тоже много черники ему. Он очень любит взбитые сливки, и его надо баловать. Вообще мужчин нужно баловать, согласны со мной? Постелила здесь на диване рядышком с собой такой пледик. Пришел сразу урч-урч. Как он уютно спит. Я монтирую для вас видео, а он здесь урчит рядышком. Тепленький. Без кота и жизнь не та. Да. Тепленький, хорошенький. Да. Да. Лапочки такие хорошенькие.